Бал выпускников «Алые паруса» прошел в Славянске на Кубани, на Театральной площади. Уже традиционно праздник собрал выпускников школ из 15 поселений Славянского района, которые отправляются в большое плавание, взрослую жизнь. Неудивительно, что морская тема стала главной на балу. Главный школьный бал начался с торжественного парада. Девушки в ярких, элегантных праздничных платьях и парни в костюмах с бабочками и галстуками. Колонна выпускников прошла по улице Красной до Театральной площади, где ее встречали педагоги, родители, друзья, жители нашего района. Красочные декорации, включающие и полюбившуюся рынду, корабельный колокол, удивительный масштабный брик под алыми парусами, танцевальные номера от морячков детской школы искусств и многое другое. Славянские мальчишки и девчонки в этот день попрощались со школой, подвели черту под всеми заботами и радостями школьной жизни. Я ощущаю сейчас смешанные чувства, честно, это и радость, ухожу во взрослую жизнь, ну и печаль, не хочется уже расставаться с классом, сдружились, стали единой командой, ну, дороги расходятся теперь, каждый будет жить по-разному. Все подготовки были настолько нервные, что уже вот наконец, когда вот уже итог, само мероприятие, уже так успокоился, уже когда смотришь в зеркало, уже когда видишь, что все получилось, то, конечно, такое успокоение, умиротворение в душе. Конечно, дни, недели и годы в школе для этих выпускников были важными, ведь там они приобретали не только знания, но и друзей. Там кипела жизнь. Ангелина Виноград, выпускница школы номер 18, признается, что этот день запомнится ей на всю жизнь. Этот день для меня на самом деле значит очень много. Я ждала его эти прекрасные, замечательные 11 лет. Как, наверное, самый долгожданный день все же за все время обучения в школе. Эмоций просто море, настроение на высоте. Жду, когда уже начнется этот великолепный праздник. И в этот очень важный и ответственный момент рядом с выпускниками были их родители. Как и 11 лет назад, когда они пришли в первый раз в первый класс. На протяжении всей школьной жизни вместе со своими детьми они решали задачи, писали сочинения. В общем, постигали азы школьной жизни вместе. Эмоции, конечно, переполняют, но теперь самое главное – получить баллы по ЕГЭ и определиться, куда мы будем поступать. Ну, кажется, планируется очень много. Дай Бог, чтобы наши мечты сбылись. Вместе проучились 11 лет. Как говорится, все вспомнили старое. Ну и плюс она была самостоятельной, занималась спортом, олимпиадой. Выпускники уже успешно сдали единый государственный экзамен и получили аттестаты о среднем образовании. Среди них победители творческих конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Виновников торжества поприветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Мы, по сути, вас провожаем во взрослую жизнь. 11 лет вы учились, занимались спортом, творчеством, прославляли свои улицы, свои хутора, селы и нашу малую родину Славянский район. Теперь вам предстоит приобрести профессию. Я уверен, что у вас все получится. Я хотел бы, чтобы ваша профессия была вам по душе. Все пожелания сказаны, и вот наступила самая важная часть бала – церемония награждения выпускников золотыми медалями за особые успехи в учении и выпускников, имеющих значимые достижения в сдаче единого государственного экзамена. Выходящие на сцену, прежде чем принимать заслуженные награды и памятные подарки, громко били в установленную рынду, сообщая, что еще один талантливый житель района поднялся на палубу нашего общего корабля и готов вести его в будущее. По уже сложившейся традиции, получив поздравления, выпускники открыли вечер танцевальным флешмобом. После чего их ждали выступления творческих коллективов нашего района. Зажигательные песни в исполнении краснодарской кавер-группы «Укроп», а также молодежная дискотека. Завершились мероприятия на Театральной площади грандиозным фейерверком. Продолжили праздник ребята в своих родных школах. Тина Копачевская, Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».